Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Для тех, кто видит меня впервые, я управляющий директор компании APL. В компанию я пришла в 2016 году, в конце октября. Ну, практически уже перед нашим юбилеем, пятилетие, да, что, скажем так, сыграло большую роль, что я попала в Москву на юбилей, чему я была очень рада, довольна. Вот. Сегодня я хочу немножко поговорить о двух продуктах сразу, потому что они друг друга дополняют. Вот. И как бы я решила их не разделять, обычно говорила об одном, а сегодня я буду говорить о двух. Это Power Woman, Power Man. Скажем так, вот сейчас я покажу. Вот это Power Woman, Power Man. Power Man — это энергия инь. Power Woman – это энергия янь, да, они вот дополняют друг друга. Гармония и все остальное. Power Woman у нас идут оранжевые, а Power Man – беленькие. Это я их вот так нарезала, ношу вот с собой в коробочке. Я могу кушать, у меня даже тут чаи наши есть. Вот все по парочку штук, когда в офис иду, мы там пьем чай, чтобы у меня были с нашей компанией. Вот я со шпаргалочкой немножко, да, потому что... Ну, как бы вроде продукт знаешь, а вот когда начинаешь говорить, все равно теряешься и где-то, чтобы подсмотреть и сказать. Вот. Результат, естественно, подсматривать не надо. А когда хочется передать информацию о продукте, хочется более ее правильно преподнести, да, вот что она делает. Вот скажу о женском, Power Woman. Что он у нас делает? Фибромы, миомы лечит. Убирает гормонозависимость, климаксы у кого, да, вот приостанавливает вот это все. Он вообще как омоложение идет, молодость возвращается, вот как бы часики наши назад, тик-так, тик-так. Вот, потом что у нас еще дает, вот он, приостановка менопаузы, приливы, разглаживает кожу, афродизиак. Вот что мне нравится, то, что разглаживает кожу, да, вот у нас есть лайт, он также работает со шрамами, с морщинами, там коллаген. Вот представляете, если их совместить, сразу станем молодыми, вот, без морщин, кожа будет ровная, красивая, как у молодых девушек. Вот, ну, я о другом. Допустим, вот эти боли есть некоторые люди, женщины, да, очень... Ну, страдают при вот этих циклах. Слава Богу, у меня это прошло мимо. Вот, но наблюдала я. Поэтому вот Power Woman – это вот такая помощь в таких ситуациях. Бесплодие у кого, да, кому врачи даже крест уже поставили, что деток не будет. Вот, я предлагаю попробовать наш продукт Power Woman. Потому что, в принципе, у нас в компании уже есть люди, которым врачи поставили крест, и у них есть детки. Это дети, это наше чудо. У меня их четверо, трое уже внуков. Поэтому я вообще, дети это вообще... Для меня что животные маленькие, что детки маленькие. Очень сильно их люблю, вот всех. Поэтому всем желаю, чтобы у всех были дети. Поэтому предлагаю, кому надо, наш Power Woman. И подлечить все. Восстановить наше здоровье, молодость, красоту. И, естественно, у кого есть такая проблема, решить эту проблему. У кого есть сеточки на ногах, да, вот такие вот мелкие, ну, говорят, начальная стадия варикоз. Вот наш Power Woman тоже с этим работает. Вот, дает радость жизни, вообще дает он желание жить. Да, вот есть люди, которые уже подавлены и говорят, я жить не хочу. Ну, бывает такая депрессия, да, вот стресс у людей и... Депрессия – это вообще такое вот затяжное. Вот вы знаете, Power Woman работает с этой, в этом направлении, я скажу так. Он дает людям желание жить. Вот. И что самое интересное, здесь нет ни химии, нет противопоказаний, абсолютно никаких нет. Нет привыкания, нет передозировок, потому что дрожжеумная идет точно направлена, куда ему надо. Находит ту причину, если бесплодие, почему это произошло. Да? Если фибромы, миомы, он также само находит эти причины внутри и работает там. Вот. Поэтому надо доверять таким умным препаратам, вкусным, полезным, вот, в отличие от медицинских. Да, вот. Смотрю по телевизору, есть
мужской там продукт, простатит, простатоаденомы, да, там говорится, что нужно каждый день одна таблетка, ежедневно, скажем так, и есть противопоказания. Вот в чем отличается, да, пусть даже наша будет тоже каждый день, но нет противопоказаний. Это значит, говорит о том, что оно никуда не садится в почки, в печень, там, куда бы оно там ни было. Берется ровно столько, сколько нужно клеточкой, потому что у нас дрожжи это идет как бы питание для клетки, да, а питание клетки что делать? Восстанавливать клеточку, питать теми витаминами, микроэлементами, все вот это вот. Все, что нужно организму для здоровья, да, мы получаем от этих дрожжей. Вот. Поэтому вот Power Woman это тут уникальный тоже состав. Это все можно найти в интернете. Ну вот для женщин, кто хочет иметь детей, у кого бесплодие, фибромы, миомы, воспаление, эрозия шейки матки, вот любой воспалительный процесс по-женски, да, и очень часто даже у молодых девушек воспаление яичников бывает. Циститы очень часто, вы знаете, сколько я вот себя в молодости помню, допустим, наблюдаю детей, наблюдаю даже у знакомых. Цистит это вообще 90% у всех. А наши продукты Powerman вот лечат такие вот вопросы, да. Ну, что еще Powerman, я скажу. Он даже тоже с опухолями, да, вот применять, когда онкология по-женски. Очень хорошо, вот у нас вообще несколько продуктов, взять витамины Grow, это онкопротектор, взять GTS, это там вообще B17, который работает, сам находит раковые клетки и работает на уничтожение их. Да, вот MELS Alt, это чистка полностью, вирусы, грибки, это все, что есть, паразиты, какие создают. Ведь даже тот же рак, это какие-то паразиты, которые создали вот это все, и Мелс Альт это все выводит. Поэтому я вообще считаю, что прежде чем что-то лечить, нужно почиститься, как это вообще рекомендуется даже в больницах. Всегда идет чистка организма, потом восстановление. Вот. Поэтому если совместить вот эти продукты, Grow, GTS и вот Power Woman, это человек исцеляется от рака. А сколько у нас людей ходят на химию, операции, да, и все равно потом проходит время, деньги выкинул. Говорю, потому что у меня подружка и лечилась, и химию проходила, даже две, не одна. Поэтому я знаю, что это такое, очень тяжело наблюдать за такими людьми. И вот сейчас думаешь, пришел бы этот продукт нам пораньше, возможно, мои подружки были бы еще живы сегодня. Вот. Ну, как говорится, судьба и судьба, не будем об этом. Вот. Главное воспользоваться сейчас, сама пользуюсь и рекомендую, кому нужна эта помощь. Поэтому пользуйтесь информацией в данном случае, найдите видео на YouTube, на моей странице, да, есть как бы информация о продукте, о компании. Вот пересмотрите это все. Поэтому я, знаете, хочется вот так сказать или даже крикнуть, люди, у меня нет слов. Когда пытаешься кому-то донести, и кто-то тебя либо не слышит, либо говорит, а почему так дорого? Вот, а я говорю, а разве здоровье может быть дорогим? Если я даже для своей собаки позволяю. Ну, у меня цель такая, чтобы все были здоровы, и чтобы было самое правильное и здоровое направление в этом. Вот, поэтому я за травы, я за народные рецепты. Вот. Дрожжи соответствует моим требованиям, я бы так сказала. Вот. Ну, дальше я хочу сказать о мужском продукте. Powerman – это мужской продукт, да, это простатит, это мужская сила. Так же самое афродизиак, вот это продлевает нашу вот это, жизнь, радость жизни, скажем так. Вот. Но он еще лечит мочеполовую систему. Поэтому даже если у женщин проблемы, почки, пиелонефриты, любое, что там происходит с мочеполовой системой, циститы, их очень много. Вот. Powerman работает в этом направлении. Он даже камушки чистит и в мочевом, и в почках, и даже в, где-то там в желчные протоки, да, вот печень где-то там. Ну, не медик, я всего не знаю в том направлении. Но вот наш Powerman выводит и песок, и чистит все вот это вот. Где найти такой продукт было, да, раньше? И лазером разбивали камни, и все. А теперь, пожалуйста, принимай Powerman без
всяких побочных эффектов, без всяких противопоказаний, без привыканий. Попей 3 месяца, если очень серьезные проблемы, сделай перерыв, попей еще там 3 месяца. Да? Всю жизнь всегда было курс 3 месяца, те же БАДы, чтобы мы не пробовали. Вот. Но что я еще вот обратила внимание, вот про Powerman, у кого высокое давление, это вообще уникальный продукт. Я раньше думала, это сердце, сосуды, и что только не пробовала, да, потому что у меня давление поднималось, я работала в ночные смены на заводе, по 12 часов домой приходила, страшные головные боли. И мне даже как бы терапевт, мы ходили на медкомиссию у нас по терапевту, и он когда это видел, он всегда говорил, что вам надо уходить от ночных смен, что организм не справляется. И я к чему это? Что когда я решила попробовать Powerman, потому что я, в принципе, пробую все продукты, но до Powerman у меня так и не доходило. А когда у нас был промоушен, я таки сделала промоушен, и у меня аж 3 упаковочки, как бы подарок. Да, я себе думаю, вот по 1 штучке 3 месяца как раз. И вот вы знаете, за 3 месяца что до меня дошло? У меня давление не поднимается. У меня голова не болит, что я вот сразу, даже если честно, не обратила внимания, да, и вот потом по истечению уже 1 дня, 2-го, 3-го, я думаю, чего-то мне не хватает. Когда оно болит, бывает сильно, бывает слабо, но мы же понимаем, что если оно болит постоянно, мы как-то к этому привыкаем. И тут до меня доходит, что чего-то нет вообще. Я сразу не поняла. Начала за собой наблюдать, день, второй, потом думаю, так, утром проснусь. Почему утром? Потому что бывает, утром просыпаешься, тебе давит голову, и думаешь, господи, вроде спала, а встаешь с головной болью, либо неудобно, либо еще что-то. Но это практически каждый раз было у меня. Вот. И в конечном итоге, принимая Powerman, у меня это исчезло. Вот в чем прелесть. Я потом посмотрела, там идет работа с почками, с надпочечниками, да, а давление это практически... Я так посмотрела, это вялотекущая работа надпочечников, оказывается, да, не обязательно сосуды и сердце. Поэтому, если кому-то не помогают сердечно-сосудистые, нам очень часто выписывают какие-то таблетки, мне тоже выписывали, но я их не рисковала брать, потому что такой был случай, женщина с работы, высокое давление, зашла в медпункт, ей дали какое-то лекарство, она упала, сознание потеряла, там инсульт, инфаркт, я не знаю, что у нее произошло, ее перекосило все, это вот так она понизила себе давление. И поэтому я такими играми не играюсь и не рискую. Как говорится, я учусь на чужих ошибках. Некоторые все-таки учатся на своих, а я вот стараюсь учиться на чужих. Если увидела где-то что-то, все. Поэтому мне вот врачи назначали, выписывали, вот так в тумбочке потом выкинул, да, вот. Как-то переходила, начала искать народные, пока вот не попала сюда. Здесь я начала, конечно, с харта начала. Я сразу себе поняла, раз высокое давление. Мне даже врачи поставили начальную стадию ишемия сердца. Это у меня была одышка, у меня рука болела, немела. Вот поэтому я даже... Ну, как бы мне объяснили на нервной почве, да. Ночные смены для меня, это тоже было, наверное, нервное. Вот. И если честно, я мечтала уйти из завода, надоело вот это вот... Ну, ночные смены, приходишь домой, а еще детей накорми, убери. Честно, уставшая была до ужаса. Думаю, не хочу я на заводах больше пахать, нужно что-то другое. Но я всегда была в поиске. И как для здоровья, да, я всегда искала и детей. Вот для меня так, дети, все, я должна их лечить правильно. Чтобы вылечить, а не еще что-то покалечить. Ну и работать так же самое. Я хочу иметь деньги, да, но не с путем своего здоровья, скажем так, а наоборот. Чтобы и здоровье было, и денежки были. Вот. Как бы такой путь я всегда думала, да, вот то, что есть в нашей компании. И здоровое, и здоровье, и деньги. Вот, что еще я бы хотела про Powerman сказать? Ну, в принципе, вроде бы я все сказала. Бесплодие – это мужчина и женщина должен принимать, и Powerwoman, и Powerman. Вот, и все, где врач поставил крест, потом... Пойдете к врачу и покажете свою лялечку, потому что у вас будут дети. Вот. Единственное, я говорю, что наш продукт, это не растет пломба, было бы прекрасно, если бы это продумано было, да. Ну и дай бог всем здоровья тем, у кого все-таки что-то отрезали, вырезали, да, на место не вырастет. Но все остальное исцелится, придет в норму. Поэтому рекомендую всем. И женщинам, и мужчинам.
Попробуйте наш продукт Power Woman, Power Man. Это мужская сила, женская сила. Это здоровье, это детки наши, которых мы ждем, мечтаем, любим. Вот. Ну, как бы все, вот об этом я как бы все сказала, а там, если что-то где-то вспомню, когда-нибудь еще раз запишу другое видео. Вот. Вроде тут была вот. А, вот даже у меня написано: аденома простаты расщепляет камни в песок. Можно принимать и женщинам при циститах, пиелонефритах и так далее. Да? Вот. Восстанавливает у женщин Power Woman менструацию. Ну, это я, в принципе, все говорила. Так, держу в руках, на всякий случай, для подсказки. Вот 15 минут набежала. Ну, сейчас некогда, то внуки, то еще что-то. И вот, наконец-то, сегодня вышла в эфир. Аж соскучилась. Не знаю, то ли за вами, то ли за общением самой себя, с собой, как бы вот, да, рассказывая продукт, я общаюсь все-таки с вами. Посылаю вам свою энергию, энергию добра, счастья, любви. И приглашаю вас всех к нам в компанию. Кто на здоровье, кто в бизнес. Посмотрите маркетинг-план, посмотрите о продукте. Каждый здесь найдет свое, это точно. Потому что с нашей компанией возможно все. И там, и там. Кто мечтает путешествовать, у нас компания за 5 лет столько пропутешествовала. Поэтому приходим за одним, а получаем все сразу. Ну вот как бы все. Буду прощаться. Все, пока. Сейчас я все равно выйду на связь просто пообщаться. А здесь все, продукты, до свидания. Вся контактная информация обо мне, о моей компании, под моим видео. До свидания.